Дорогие харьковчане, сегодня в Харькове громко и опасно. Вражеские войска опять обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах, подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировку. Просьба к тем людям, кто будет укрываться на станциях метрополитена, быть аккуратными и осмотрительными. Сейчас самое важное – сохранить жизнь. Будьте осторожными, берегите себя, берегите свою жизнь.